Привет, друзья! Как профессиональный барбер, я знаю, что мужчины стригутся достаточно часто, а найти время на посещение парикмахерской удается не всегда. К тому же, домашняя стрижка – это отличная возможность сэкономить на услугах профессионального мастера. Для хорошей стрижки нам обязательно нужна хорошая и качественная машинка. Изучив все предложения на рынке, лично могу посоветовать Boirer HR5000. Произведенная и собранная в Германии, машинка является отличным приобретением по соотношению цена-качество. Ну что, давайте посмотрим, что у нас идет в комплекте вместе с машинкой. Мы начнем с сетевого адаптера. Идет блок питания 220 вольт и USB-провод. Очень удобно, можно заряжать не только от розетки. Далее это масло, смазывать машинку и ножницы. Щеточка для чистки машинки. Станция, на которую устанавливается машинка, и две наши насадки. Собственно, машинка. Та, что поменьше, насадка от 3 до 15 мм. И та, что побольше, от 18 до 33. Следующая у нас идет расческа, достаточно удобная. И ножницы, тоже достаточно хорошие. Устанавливается это дело все примерно вот так. Главное попасть. И все это красивенько вот так смотрится. Машинка имеет очень удобную эргономичную форму, очень хорошо ложится в руке. Если мы посмотрим наверх, то увидим переключатель филировки. Машинка имеет титановый нож. Не вызывает никаких аллергических реакций. Если мы посмотрим на обратную сторону, то мы увидим барабан, который регулирует высоту ножа от 2,5 мм до 0,5. Далее расположена кнопка включения-выключения. Под ней мы увидим индикатор заряда батареи, что очень удобно. И следующий индикатор будет блокировки. Если мы будем удерживать 3 секунды кнопку включения, то машинка заблокируется. И появится индикатор. Также разблокируем. Еще ниже будет индикатор масла. Если машинке нужно будет масло, загорится этот индикатор. Машинка имеет защиту от попадания влаги IPX6, мощный литий-ионный аккумулятор, 60 минут автономной работы. Если вам этого недостаточно, вы просто можете подключить провод и продолжать работу, либо воспользоваться быстрой зарядкой аккумулятора. Машинка имеет 11 различных длин стрижек, благодаря нашим двум насадкам. Чтобы надеть насадку, нужно... чтобы было легче выставить ее в 3 мм, в ноль. И таким движением до щелчка надеваем. Далее мы можем выбрать нужную нам длину. Снимается насадка вот таким движением. После стрижки мы промываем насадку. Также не забывайте промывать нож. Это делается не так часто. Снимается нож таким движением и промывается водой. После промывки нужно обязательно смазать машинку. Машинка Boirer HR5000 станет прекрасным подарком для любого мужчины. Спасибо за просмотр.